Шеф-повар Максим Григорьев. Куриная печень с шампиньонами в красном вине. Если вы еще не пробовали куриную печень с грибами в красном вине, то я вам настоятельно советую это сделать. Нежная печень в кисло-сладком соусе с ноткой вина. Чеснок придает небольшую остроту и пикантность. Впрочем, его можно и не класть, если не любите. Блюдо можно подать с любым гарниром или просто со свежим хлебом. Подойдет оно и на праздничный стол. Недорогое, очень вкусное и быстро готовится. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты. Вино красное полусладкое 150 мл. Куриная печень 400 грамм. Лук репчатый 1 штука. Масло подсолнечное рафинированное 30 мл. Масло сливочное 40 грамм. Мука пшеничная 3 столовые ложки. Перец черный молотый 2 щепотки. Петрушка свежая 5 грамм. Сахар 1 чайная ложка. Соль 3 грамма. Томатная паста 1 столовая ложка. Чеснок 2 зубчика. Шампиньоны свежие 150 г. Шаг 1. Для приготовления куриной печени в красном вине понадобятся следующие продукты. Куриная печень, красное вино, полусладкое, сухое, шампиньоны, мука, масло сливочное и растительное, лук репчатый, соль, сахар, чеснок, томатная паста, зелень петрушки или укропа. Шаг 2. На сковороду кладем сливочное масло. Шаг 3. Лук репчатый чистим, моем и нарезаем полукольцами. Кладем на сковороду со сливочным маслом. Ставим на плиту и начинаем жарить. Шаг 4. Шампиньоны чистим, моем и нарезаем. Добавляем на сковороду к луку. Шаг 5. Тушим лук с грибами до тех пор, пока не выпарится вся жидкость. Шаг 6. Куриную печень моем, удаляем протоки и жир. Разрезаем на второй части. Обваливаем в муке и тушим на сковороде с растительным маслом, под крышкой, на самом маленьком огне. Она должна томиться. Шаг 7. Через 10-15 минут печенка будет готова. Солим и перчим ее по вкусу. Шаг 8. В печени добавляем лук с грибами. Шаг 9. Готовим соус. В сковороду, сотейник или кастрюлю наливаем красное вино, добавляем томатную пасту, соль и сахар по вкусу. Варим 10 минут. Шаг 10. Добавляем соус к печени, луку и шампиньонам. Шаг 11. Тушим под крышкой на небольшом огне 7-10 минут и выключаем. Пробуем соус и если чего-то не хватает, корректируем вкус. Шаг 12. Кладем измельченный чеснок и зелень. Куриная печень с грибами в красном вине готова. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.